28 числа мая месяца сотни оголтелых панков и металлистов посетили именитую концертную площадку под названием «Разгрузка» с целью поздравить легендарную и непревзойденную группу СТ Вагина Дентата, что в переводе на наш означает «зубастая манда». Помимо именинников на сцене радовали слушатели такие убойные команды, как группа The Sad, Imperial Destruction, Disinfection, More Black, а также самая бешеная и дикая трэш-металлическая банда из северной столицы группа Труп, которая обозначает из одних источников человеческую мертвечину, а из других переводится как «правда». После непродолжительных возлияний праздных напитков пошел дикий дождь, особенно ядовитый в это время года, и музыканты, а также посетители данного мероприятия торопились вглубь помещения. Миша не спустится, говорит. Он уже спустился. Внутри посетителям был предоставлен весьма дешевый барушник с бухлом, куча мерчухи от групп и ламповая атмосфера. Видишь, вот ты знаешь. Ну да. А юбилейный персонаж. Бач. Первой мочила крутейшая банда из самого зеленого города Подмосковья Зеленограда. Подразбухавшись, выбралась на сцену самое знаменитое эксцентричным поведением и уровнем запрещенности банда The Sad. Итак, дамы и господа, мы подобрались к самым нашим зловещим вещам, и тем не менее мы продолжаем поздравлять зубастую Вагину с днем рождения. Мочим пиздатое пиво за группу Вагина Дантата! К концу сет-листа от обилия бластов и адского рубилова барабанщику Миша стало хуёво, и он отучился поблевать кровью в туалет, а группа совершила несанкционированную джем-сейшн. Какого хуя, Миша? Сейчас мы поправим. Ну на, пока поиграй ты. Ну что, пошли? Давай, дружище, ша! Пока Миша прикручивал к себе ржавые доспехи, спизженные заброшенной химковской пилорамы, и весь творческий бомон готовился поразить голодную до зрелищ публику, на сцену забралась банда Imperial Destruction, поющая исключительно о хулиганизме, драках и рэкетирстве, бушующих в их родном городе Электросталь. Здравствуйте. Автограф сессии идет, да? Дамиру от пацанов. О, это ПВ. Thank you.
вскоре на сцене показались жуткие в наилучших смыслах сатанисты из банды Морблэк, в которой на одну треть состава от именинников мероприятия. Отметить, что тусовку посетил знаменитый блогер из огненного города Краснодара Александр Дегтярев из Rock News, задача которого входила пролить свет на данное мероприятие, а также разогреть народ угарными телегами со сцены с именинниками. А также нашего гостя из далекого Краснодара Саню Дегтярева. Где вы все? Идите сюда. Тебя зовут. А, вы уже глаза залили, вам уже похуй, да? Я не Саня Дегтярев. Ребята, короче, хотят, так сказать, прогнать телегу по поводу запрета фильма «Зеленый слоник» в России, как бы. Вот. Жирный! Здравствуйте, я Балтазар Грин, вокалист группы «Совет агента Тата». Всем привет! Ну подожди, не хулигань. Один из моих самых любимых фильмов, и в принципе один из самых лучших фильмов, которые я смотрел в жизни, это был «Зеленый слоник». Не Его пизди. Запретили на территории Российской Федерации, ребят, представляете себе? То есть... Вот самое последнее, что можно было запретить из всего творчества Светланы Басковой. Потому что они пидорасы. Это факт. Был фильм «Пять бутылок водки». Он охуительно мерзкий. «Коки, бегущий доктор». Охуительно мерзкий. И охуительно мерзкое кино, еще самое лучшее, блядь, ёпта, под названием «Голова». Как на это смотреть, блядь? И они запретили «Зеленый слоник», блядь. Ну что, ребят, мы выступаем против запрета фильма «Зеленый слоник». Против! Братишка, я тебя покушать принес. Фродмен зубастой пизды нажрался в водке, осмелел и решил замутить с парнями лайффит, в котором присутствовало громадное количество слов, а также нецензурной лексики. Ну что, все готовы? Следующий трек называется «Тупая пизда». Приготовьтесь к разъебу нахуй. Отлично.
вперед! Идет до ледовых мест отряд! Сейчас я историю тебе расскажу! Что будет понятно, даже я же! По слухам, между вступлениями одних из команд туалет разгрузки затерроризировала банда глиномесов, которые начали беспощадно пороться под звуки адского металла. Слава сатане, эти слухи ничем не оправдались, тем самым не опорочив гетеросексуальную репутацию заведения разгрузки. Чтобы лучше публика, ребят.